Так. Следующая у нас миссия – это Надежда. Полетели в гиперскорость. Кармен так думает, что Завала бросил ее и других выживших. Если мы тоже уйдем, останься мы здесь, мы бы смогли им помочь. Но если Завала и вправду готовит контрнаступление на Титане, мы сможем спасти их всех и отбить город. Ого-го, там что, он снизу справа Юпитер? Флот Авангарда. Это борт 723. Мы на подходе. Мы получили ваш сигнал и готовы присоединиться. Страж, говорит Завала. Слишком поздно. Улей заполонил Титан. Безопасно приземлиться не получится. Зря я вас сюда привел. Понял. Без битвы не обойтись. Захватить центр управления. Командор, мы хотим помочь. Нет, Ури лишил жизни слишком многих стражей. Нам не захватить этот спутник. Мы вернули свой свет. Что? Не может быть. Может, командор, может. Позволите? Страж, говорит заместитель командора Слоун. У нас есть план контрнаступления, но нужно привести этот объект в рабочее состояние. Нужно подготовить флот, вооружить стражей и расшифровать засекреченные сигналы Красного Легиона. Нам необходим доступ к центру управления. В этом ты нам и поможешь. Если Свет и правда с тобой, отправь Юли обратно в ад. Свет, Свет всегда со мной. Пожалуйста, будь осторожен. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу. Оп, камера стоит. Так. Мне же сюда. А, еще выше. Понял. Отлично. Окей. Стреляй! А, понял. Понял, понял. Спасибо за подсказку. Что это за место? Города титанов Золотого века были гордостью человечества. Мы думали, что они пустуют. Но я недооценил то, как далеко может расползтись улей. Это типа улей? Так, надо вон туда.
Так, самое главное в этом деле это не перелететь лишнего. Так, я на месте практически. У меня дурное предчувствие. Надо дробаш для этого взять дело. Ай-яй-яй, у дробаша все, патроны кончились. Вон, наверное, это для дробаша, да. Блин, дробовик в этом деле как раз очень хорошую роль играет. В ближнем бою. Ух ты, зараза. Сила притяжения на Титане составляет приблизительно 1,352 метра на секунду в квадрате. За исключением этого места. Парящие камни — это, видимо, остаточный эффект от каких-то чар улья. Отлично. Оп, взлетел. Нормально. Оп-оп-оп, не перелететь. Мы видим центр управления. Принято. Продолжайте движение. Командир, при таком темпе мы скоро сможем начать контрнаступление. Момент, и мы у городских ворот. Если бы это было так просто. Так, тут надо другую пушку. Так, очередной вентилятор. Что мне надо с ним сделать? Вниз прыгнуть, что ли? Походу вниз, да, надо будет прыгнуть. Опа, нифига себе, не ожидал. Задний, наверное, да? Нет? Нет, задний нет кто. Привет. Я тебя напугал. Этого мы уже у него не узнаем. Так, мне вон туда надо.
Фу, чуть мимо, блин, не пробежал. Свалился бы. А здесь пригодится дробашек. Ребят, здорово. Держите гранатку, если там кто есть. Оружие какой-то энергией само заряжается, когда валишь из него монстров. Кажется, Улий совершал что-то вроде ритуала. Да ты чё? Нужно поговорить с Икорой. Она знает все о магии Улья. Поговорим сейчас. Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. Серьезно? Гранатомет получен. Центр управления. Расчистите территорию, чтобы мы смогли там расположиться. Вон там. Да вы чё, блин, ну давай, сейчас постреляем. Я так думаю, что я на правильном пути иду. Мы на месте, Слоун. Отлично. Осмотрите периметр, прежде чем идти в центр управления. Посмотреть периметр? А что с ним не так? Уничтожены коконов 0%. Ага, сейчас коконы будем. Ну вот они. Какие сразу разозлились. Уничтожьте все. Что я вас там? Оба! Разозлил, нет. Yeah.
гнездо зачищено. Идем в центр управления. Отлично. Осмотрите периметр, и мы полетим к вам. Фига ты какой, прям ко мне подбежал сзади. Бац тебе, ужбан. Нет, надо вблизи прям. Вот так вот. Не прячься, все равно не спрячешься. Захватить центр управления, новая цель. Понятно, задание принял. Идем на захват центра управления. Заходим на посадку. Выходи получать свои аплодисменты. Бегу, бегу. Я даже не смел верить.
Но если свет мог вернуться к тебе, может, он вернется и к нам. С каждым днем нас будет все меньше. Мы не можем себя защитить. Что говорить о выживших? Без света можем ли мы звать себя стражами? Командор! Без энергии мы не продержимся. Нас снабжают волновые генераторы. Только Улей их изрядно потрепал. Мы этим займемся. Да, в этом я не сомневаюсь.